Всем привет, ребята, и сегодня мы поиграем в Stickman. Ну, короче, вы поняли, 1, 2, 3, 4, я выполню все достижения, но это не займет за первую, и все, это за первую часть. Ну, давайте пробуем выполнить хотя бы за несколько серий. Так, давайте смотреть. То есть, трофеи, быстрый старт. Скрасить 3 мини-игры, но это уже легко. Купить любой предмет. Давайте попробуем. Ой, я могу выполнить ва-банк. Это как раз 3 мини-игры. Так, я только не знаю, где это. Ой, блин, это не то, я промахнулся. Так. Осталось две. Так. Так. Так, я что, забыл купить, что ли? Я помню, я покупал меню. Победа.
Так, мне надо побежать почаще. Так. Все. Еще одна победа, и я кончу. О, мы еще уровень повысили. Быстро игру лучше сделаю. Все, победа. Меню. Так, сладкоежка, я сейчас это не смогу выполнить. О, играть на всех зимних картах. Начнем. Призраки есть? Нету. А вот первая зимняя карта. Там уже сказано победить, так что... Да, верно, надо. Так, я только две тут зимние карты знаю. Ну, понятно. Прикольно. Так.
Так. Я почти все изменил. Так. Так. Включить сигнализацию я случайно. Все выполнил. Ладно. Танки еще. Не, ну это уже особо нужен транжира. А это я сейчас могу сделать. 5 предметов. О. А я знаю, как это сделать.
Так. Нет! Хотя я знаю, что еще может сделать мне. Я просто не буду двигаться и выиграют они. Ладно, другой попробуем. Это слишком медленно. О, блин. Так, вторая катка уже, без девяти, осталось еще семь. Третья.
6. Осталось каток. Осталось где-то 4, где-то катки осталось. 2, 3, 4. Осталось 2. Все, ребят. И на этом все. Для первой серии хватит. Всем удачи. Пока-пока.